ногами, но при этом наблюдалось затруднение с правой стороной. Очевидно, в шейном отделе какая-то есть у него травма, как сказали врачи. Осмотрели саму эту сетку страховочную. В общем, пришли к выводу, что сетка оказалась просто-напросто недостаточно прочной, как ни странно, хотя она прошла все абсолютные испытания. На этой сетке уже на протяжении долгого времени артисты и работали, и репетировали. Поэтому абсолютно ничего не предвещало беду, и на моей жизненной практике это первый случай, когда подобного рода происшествие имеет место быть.